Сотрудниками регионального управления госнаркоконтроля была проведена операция по задержанию гражданина Таджикистана, который привез в Рязанскую область для реализации более килограмма гашиша. В то время, когда он направлялся на встречу с предполагаемым покупателем, данный гражданин был задержан. В ходе следственных действий он пытался всячески отрицать свою причастность к сбыту наркотиков, не рассказывал свои установочные данные, никак не распространялся своей биографией. В результате проверки выяснилось, что преступник уже несколько лет числится в федеральном розыске за совершение истязаний, причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. В ходе обыска по месту жительства данного гражданина была обнаружена еще часть наркотического средства. Также было установлено, что в Российской Федерации он находился незаконно и государственную границу пересекал нелегально.